ремонтировать, пока было будущее. Вот это форсайт сессия, полиция будущего. Но, вы говорите, как внимание, наверняка у вас есть какие-то мысли, уже базово, потому что можно сделать, и у вас это будет время для того, чтобы эти мысли первые зафиксировать, и потом время это возможно. Еще людей это ориентир некий, да? Но тем не менее, наверное, тема основная, это взаимодействие бизнеса и власти, конечно, ректор участвует в поддержке, но подумайте, да, вот это очень сильно более широко. И здесь на самом команде и бизнес, и власть, и, соответственно, муниципалитеты, то есть фактически вот такая вот у нас выбор. Того, что прописано.
совместно. Можете прописать, только работать индивидуально, не смещать. То есть те идеи, которые нужно воплотить, какие конкретные действия может быть, делать инициативу, допустить, чтобы вот приблизить ту реальность, которая описана в книге. Давайте разрешите.
Да. А вы говорите, что мы не критикуем, но добавляем другие люди. Да, попробуйте. Единая такая волна по всем делам просто на свою поддержку. Причем включается наша история. Изначально, если социализация, я считаю, что даже в самые трудные годы там
Минек и Камиля с Машей Паскали на поддержку бизнеса. По-моему, там будет не будет процент предпринимателей. Почему? Сегодня бизнес такая ситуация, потому что бизнес не знает об этом. Почему не знает? Потому что я думаю, министерство или глава какой-то район не знает, понимать, а почему не знает, почему не скрывается, а почему не скрывается? Потому что только приходит список, приходит проверка, налоговая, там пожар, на бензиностанции, сейчас новый закон с ним, с санитарной зоной, установленной санитарной зоной. Да, очень много проблем. Последний сегодня, проще, чтобы их не знали, ну что там говорили, поддержка. Чтобы их не трогали, да. Для всех, кто желает. Я не знаю, куда надо от этих людей. Мне кажется, надо от этого прийти. Потому что МФЦ нет. МФЦ для бизнеса есть нижний конец. Входят туда бизнес, но все редко. Входят только те, которые думают, что есть. Остальные просто, да нет, зачем не трогать, а сами нет. Что там, онлайн ссылка тоже есть, уже везде, уже там палатка ссылает, сервер фондовый ссылает, тоже есть. С мерами поддержки я не совсем согласен, что Я не знаю,
совсем не обвиняем. Мы проходим на предприятие, перечеркаем необходимые документы, и во всех тендерах, которые члены фонда, можно участвовать из бюрократии. Мы единая точка, То есть это позволит заключить презентацию, на которых, в принципе, здесь максимум каких-то предприятий из района Ижевска. Если это резюмирует. Для поддержки дополнительного сбыта и доставки. Работающие.